Привет всем, всем моим подписчикам, всем гостям моего канала. Привет всем девочкам. Итак, о чем хотела я сегодня с вами поговорить? На какую тему? Решила сегодня я, у меня опять, как всегда, зарядки мало, но что-то мне в голову пришло опять. Разговоры за рулем, вы знаете, я это люблю. В общем, решила такую тему поднять, да? Где знакомиться с парнями? Только мой, других не знаю, ты будешь только мой. Очень много девчонок, да, и у меня как бы много подружек, которым нужен парень, которые пытаются, ну, как бы, да, найти все-таки. Вся жизнь построена на то, что, чтобы найти его, познакомиться. Я хотела поделиться своим опытом, где знакомилась я. Открою окошко, мне душно. Где знакомилась я и как я нашла своего парня. Ну, первое, что могу сказать, в принципе, в больших мегаполисах, и сейчас это вообще как бы норма, да, я не представляю. Я считаю, что сайты знакомств — это вообще одно из самых лучших способов познакомиться, потому что если вы работаете, в общем, трудоголик какой-то, да, и все время ходить, вы знаете, куда-то. Ну, конечно, способ познакомиться там где-нибудь в кафе, непосредственно уже увидеть человека, это, конечно, ну, хорошо, да, но сколько денег вот затратите вы на это все, пока вы пойдете по этим кафе, там же нужно что-то заказать, купить, не факт, что кто-то будет. Вы потратите, в общем, очень много денег, силы, времени, и выхлоп, я скажу вам, на этом всем очень небольшой. Я когда была свободной девушкой, и тоже там после очередного расставания нужно было срочно как-то, да, эмоции получать другие, клин клином вышибают. Я пыталась, да, тоже с кем-то познакомиться, найти себе какую-то отдушину. И я ходила со своими подругами, как бы, да, по каким-то ресторанам. Ну, это было все, конечно, в Москве, там больше выбора и всего того. Но при всем при этом я скажу вам, что не стоит игра свеч. Это слишком много затрат, и выхлоп совершенно, ну, небольшой. Это если вот, ну, повезет прям, да, то супер вообще, отлично, если кто-то так познакомился. Но конкретно вот идти и знакомиться, и быть этой целью, короче, цель не оправдывает средства. Или наоборот. Не помню. Вы меня поняли. Вот, поэтому я предпочитаю сайты знакомств. Что хорошо в сайтах знакомств? Что, ну, в принципе, вы можете посмотреть на фотографии. Конечно же, я это советую только людям достаточно проницательным, потому что если вы, ну, не проницательный человек, да, и не можете, как бы, понять по общению, да, задать какие-то вопросы, там, встретиться и понять в быстрые сроки, что за человек с вами, да, то, конечно, вы можете нарваться на очень много стремоты. Я скажу так, что на сайтах знакомств, ну, по моему мнению, по моему вот взгляду, да, то, ну, блин, 80%, то есть львиная доля, да, уходит на людей, которые реально что-то с ними проблемы, там, они не могут познакомиться по какой-то причине, да, либо у них вообще цели непонятные совершенно с вами, ну, то есть несерьезное что-то, да. Но есть тут 20%, опять же, я это сужу, потому что я сама была на этих сайтах знакомств. Ну, я же нормальный человек, у меня нет никаких проблем особых там. Как свет падает, смешно. Вот, особых таких проблем нет, считаю себя девушкой вообще завидной невестой, как бы, да. И при этом, то есть, обращалась к сайтам. Поэтому я делаю выводы, что есть нормальные люди там, судя по себе, да, которым действительно, вот они, может быть, заняты работой своей какой-то, да, и, ну, почему нет, да. Очень много, на самом деле, и красивых парней, и мужчин, и красивых девушек, молодых, и взрослых. В общем, на любой вкус можно подобрать, пообщаться с человеком, встретиться с ним, задать какие-то вопросы, прислушаться там, да, присмотреться, в общем. И, может быть, почему нет, что-то выгорит. Вообще, конечно, ну, что касается прям сайт знакомств, не знаю, такого опыта у меня прям супер-пупер не было, чтобы я прям нашла себе кого-то, да. Но вообще интернет,
то есть сайты знакомств, это одно дело, да, а вот интернет, сам интернет, вот он в помощь, да, потому что вот благодаря интернету, в принципе, я и познакомилась со своим любимым человеком. То, что мы общались по интернету, то, что мы там, ну, то есть изначально мы познакомились, грубо говоря, ну, у нас, конечно, общие знакомые были, но мы познакомились по интернету, мы начали общаться по интернету, переписываться, это всем известный контакт. Я думаю, что много людей нашли своих половинок именно через контакт. Сначала там общались, потом увиделись. Есть скайп, когда можно тоже там вживую пообщаться, если люди на расстоянии находятся. Вот. Соответственно, интернет. Что, где еще можно познакомиться? Можно поспрашивать своих друзей, подруг. Типа, есть ли там какие-нибудь парни на примете из друзей, чтобы, конечно же, и подружки все имели в виду, что вы свободная девушка, что вы, вам нужен парень, там, такой-то, такой-то, подруги знают обычно, какой нужен. Соответственно, приглядывают, присматривают и всегда имеют в виду, что, о, у меня есть подружка, я тебя с ней познакомлю. Через знакомых, конечно же, это один из, ну, таких более надежных, что ли, я бы сказала, способом познакомиться. Вот и все. А самое главное во всем этом, я скажу так, что у меня всегда появлялся молодой человек именно тогда, когда я была расслаблена. Вот когда я искала конкретно, да, вот мне прям необходимо было найти половину, там, да, там вот что-то, любовь, вот хоть и бей, знаешь, закон полости, никого нет, и вообще просто такой трэш попадается, и думаешь, да ну нафиг. Вот. А когда только ты расслабляешься, еще более того, закон подлости тебе реально не нужны. Не нужны серьезные отношения, не нужен серьезный парень там, да. Тебе может быть просто там какие-нибудь встречалки такие несерьезные нужны. Тебе и так все хорошо, ты идешь там к своим целям и все. И тут появляется парень просто серьезный, умный, харизматичный, с чувством юмора, там, при... ну, в общем, все при нем, в общем, да, и ты понимаешь, что, а, блин, так неожиданно, где же ты был раньше, да, и, ну, начинаются какие-то сложности, но все равно ты отдаешь все в пользу любимого человека. Вот. Так что, в принципе, больше я не знаю, где еще можно познакомиться. Вот такими тремя вариантами пользовалась я. И, как правило, тогда, когда тебе никто не нужен, ты никого не ждешь в своей жизни, эта половинка появляется. Поэтому я всем советую жить просто своей жизнью, наслаждаться жизнью, найти себе обязательно увлечение какое-то. Кстати, вот увлечение, да, вот я, например, пою, хожу на кружки и... Вообще полно, вот когда вы чем-то занимаетесь, полно ребят, которые тоже занимаются тем же самым, что и вы, интересным, да, и вы можете познакомиться с кем-то, именно, ну, в хобби каком-то, да, потому что вы занимаетесь вокалом, или ходите на танцы, или еще что-то, то есть можно там приобрести кого-то себе. Главное просто к тому, что вы просто занимаетесь своим делом, наслаждаетесь жизнью, расслабьтесь. Вот нужно поймать в себе вот это ощущение, что ты его не ждешь, потому что как только ты его ждешь и бежишь за ним, оно от тебя убегает. Я не знаю, как так складывается в жизни, но у многих моих знакомых и подруг точно так же складывается. Поэтому это будет один из моих главных советов – просто отпустить ситуацию, найти в себе вот этот вот баланс и успокоиться. И тогда вы найдете. Вот так вот. Надеюсь, мои советы были вам полезны. Задавайте вопросы в комментариях. Я жду. Может быть, еще расскажу о каком-то своем опыте, если вдруг появились вопросы. И если понравились мои способы знакомства, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Я еще расскажу много интересного. Пока!